Oh, süpürük. Karşısına da şu karnı. Электрички тепло. Там, кстати, вот эта дача, а на том берегу эти деревня Новоматково. Классика жанра. Красота, да, девочки, мальчики? Где-то огоньковое поле. Холодно сегодня. Я даже в куртке. Да. Окно с той стороны просто грязное. Короче, вот так вот. Девочки, мальчики, хорошо-то как. Вот. Тут раньше вокзал стоял, короче говоря, кирпичный, его разобрали. Сделали вот там вот такую вот фигню, и он там вот, как сарайчик, прости господи. Смотрите, как он сделан все. Видите? Это вешать можно. Смотрите, какая красота. Электричка просто. Вот такая классная. Тут этот, как его. Как его называется? Фигня-то. Ну вот, видите, девочки, мальчики. Там, по-моему, этот скотина держит. Видите? Тут особого нету, это ничего такого. Тут и куни есть. Конечно. Но на них нету. Чего так вот, девочки, мальчики. Поля. Люблю я лес. Люблю я все. Видите, вот тут раньше кукурузу растили. А сейчас он березник. Как березовый ручь. Короче, берешь вот эту вот березовую. И в город везешь, и все. Рассаживаешь, там парки делаешь. И, блин, какая-то трава такая. Растет. Короче, вот так вот давайте. Всем внимание. Всем удачи. Встретимся еще раз, видите, это все поля были, а так насеялось все. Получила. На этом я заканчиваю свое.
Это все для истории мировой. Через несколько лет еще что-нибудь будет. Красивше, мощнее. Еще лучше будет.